Сегодня мы будем готовить мыло с пейзажем. Для нашего пейзажа сейчас мы сделаем маленькое облако. Для этого берем чашку. Берем 2, грамм 20 белой матовой основы. И ставим в микроволновку. Сейчас мы ее выльем в детские формочки. И ждем, пока наше облако застынет. Вот наше мыло остыло, и теперь его можно спокойно вынимать. Сначала отсоединим по бокам, а потом, если оно действительно уже хорошо остыло и приготовилось, оно само спокойно выпадет. Мы берем грамм 20 матовой основы и кладем их в чашку. Ставим в микроволновку. В моем случае на 10-15 секунд. Важно, чтобы мыло не закипело. И теперь мы можем добавлять ароматизатор. Добавляем буквально 2-3 капли. Затем добавляем с помощью пипетки синий краситель, буквально капельку. Смешиваем. Вот мы размешали нашу синюю жижу. И теперь аккуратно выливаем в заранее приготовленную формочку. Вот такой у нас нижний слой. Пшикаем спиртом на нашу основу. Пока ждем, пока наша основа чуть-чуть застынет. Вот наш нижний слой застыл. Теперь мы можем приступать к травке. Для этого нам надо взять чистую чашку,
Положить туда 20 грамм белой матовой основы. И опять же поставить в микроволновку. Опять же добавляем ароматизатор. Две-три капли. Берем зеленый краситель и пипетку. И добавляем в нашу еще не окрашенную основу. Буквально капельку. Этот зеленый у меня немного с голубым оттенком, но я хотела бы, чтобы он был чуточку веселее. И поэтому добавлю каплю желтого. Берем палочку и размешиваем. Получился такой вот зелененький салатовый цвет. Теперь мы слегка наклоняем нашу формочку и выливаем этот зеленый цвет в нижний угол. И чуть-чуть тянем его вверх. Трава. Теперь подождем, пока наша трава чуть-чуть застынет, чтобы мы могли добавить немного художественных элементов. Теперь можно приступать к нашим художеству. Это будут наши травинки. Сейчас мы берем 40 грамм прозрачной основы и кладем это все в чистую чашку. И ставим в микроволновку. Если у вас остались небольшие кусочки, надо их просто размешать, а не ставить и разогревать дальше. Затем мы спрыскиваем спиртом наш фон. Еще в основу мы добавим ароматизатор. Как обычно, 2-3 капли. И размешиваем.
Затем мы выливаем наш прозрачный фон. И еще раз спрыскиваем спиртом, чтобы не было пузырьков. Затем мы берем наше заранее приготовленное облако и спрыскиваем его спиртом с двух сторон. И затем аккуратно погружаем его в прозрачную основу. Берем еще 40 грамм прозрачной основы. И ставим разогреваться в микроволновку. Я подождала, пока наша основа станет не сильно горячей. И начала выливать ее в наш пейзаж. Теперь ее надо спрыснуть спиртом. Нам осталось подождать, пока наше мыло остынет и будет готово. Вот наше мыло готово, оно остыло, и теперь его можно вытаскивать.